Не трогать мои Девин-портреты. Что за Девин-портреты? Я сейчас кричал, или это все в моей голове? Вот вы где. Это все он! Милее, Чейз, мы знаем, что ты его любимчик. Он должен сдать на права и подвести меня на вечеринку в субботу. Куда? Куда вас не пригласили. Все равно на чем, но ты подвезешь меня на вечеринку Кэролин Дэвис. Между прочим, я был приглашен. Хватит уже! О, я говорил вам, что я приглашен на... Да! Почему это я должен вставать среди ночи? Почему это я должен видеть это? Ну, главный ноль на экран таки не влез. Ха, получай! Кто-то сейчас начнет плакать. Передай ему, чтобы он не махал каждый раз, когда проезжает мимо нас. На завтрак 2 сэндвича с арахисовым маслом. Где они? Знать не знаю. Ой, что это за штуки такие, со словами, которые мы постоянно таскаем? А где мое молоко? Знать не знаю. Всем привет. Я скоро начну брать за превышение штрафы. Откройся, Сезам! Адам! Кто бы мог подумать, что жалкий нытик Лео был прав с самого начала? Спасибо! Эй! Я ваш папа! Привет, Лео. Дай-ка я бри. Мужики с этим лучше разберутся. Ой, ладно. А когда они здесь будут? Что происходит? Кажется, Адам открыл новую способность. Тогда давай встанем позади. Он прав, Адам. Я люблю смотреть, как вы калечитесь. Правда, люблю. Математика и история. А это доклад по искусству. Не надейся на пятерку. Не надейся на спасибо. Ты за ней не пойдешь? А может, ты за ней пойдешь? Ладно, идем оба.